Так, в общем-то, немного я здесь поспомнил кое-какие задания. Так, что такое здесь? Оборот с подземелья. Так, у вас посвечивается. Какие задания я пока что возьму взять. Так, когда мы направимся уже на армейские склады, мы отправимся после X-16 лаборатории, когда на радар отправимся, потом же. То есть, возьмем вот этого квест один, потом у этого сталкера. Так, или нет, у этого мадюка, но этого сталкера возьмем квест. Так, этого, по-моему, ничего нету. Не тормози, мужик. Потом возьмем и у этого еще один квест, там логово кровососа уничтожить надо будет. Красная территория армейских складов. А пока что возьмем один квест у этого друга. Он как раз на территории дикой, в общем-то. Дикая территория. Отлично, все. Обязательно квест выполним. А хотя там. Да, в общем-то. Успеем, думаю, квест его выполнить. При этом как раз время здесь не указывается, сколько надо выполнять. Все, в общем-то, можно его спокойно на любой момент отдать. Так что ради этого, в общем-то, я его взял. После X-16 лаборатории мы как раз к нему вернемся с этим ружьем. А вот этих двух, и у него потом еще один квест возьмем, выполним на армейских складах обязательно. Так, все, в общем, мы всем продали. Надо бы, конечно, этот еще поместить. И костюмчик надеть. Ученого. Пока по нему, в него походим. Проходи, хотя он для действий боевых не предназначен, но ладно. Не знаю, вот сейчас мне, конечно, воевать. Поучаствовать на арене или нет. Хотя бы на арене поучаствовать я могу потом, конечно. В другой раз. Денег у меня так многовато. Даже не знаю, ни времени сейчас не хватит. На дикую территорию сейчас надо отправляться, думаю. Так, в общем-то, и ладно. Подумал, не буду пока сейчас вот мараться за это. Арену как раз не будем пока участвовать. Пока что направимся на лабораторию X. Как там меня зовут-то? 16. На арене мы потом еще поучаствуем обязательно. Это будет точно после того, как я вернусь сюда, мы еще сюда вернемся, после лаборатории К-16. Туда пока мы не можем отправляться. Пока что направляемся на дикую территорию. На арене, конечно, буду обязательно поучаствую, наверное, на запись. Уже тогда, когда вот вернемся обратно. Обязательно. Сейчас пока нам там точно нечего делать. Так. Потом. Так, тайники то есть надо будет обыскать обязательно. Здесь, по-моему, больше ничего нет пока что. И столько артефактов вдруг найдем, обязательно возьмем. Так, ну здесь... Ну-ка, да. У нас гости. Какой-то сталкер лезет прямо на нас. Что с ним будем делать? Ты что, не знаешь, что с свидетелями делать? Кончайте его. Без шума и пыли. Понял, сделаем. Так я по нему попасть могу? Готов? Тоже готов. Блин, по нему попал уже 500 раз. Готов. Так, ну что ж, всем привет, с вами снова Dark Space 96, Михаил, и я продолжаю все хардкорное прохождение по игре Сталкер Тень Чернобыля. Что ли там? Нет. А, блин, что-то я, конечно, так убить его не смогу. А, нет, готов, все.
Так, мы, в общем-то, предыдущую серию на этом месте закончим. На территории дикой. Дикая территория, так и называется. Так, в этот раз, в общем-то, мы отправляемся в лабораторию X-16, которая находится на локации Янтарь. Пока что никаких дополнительных квестов не выполнять не буду. Если только выполню на обратном пути, вот когда будем в бар возвращаться. Там один квест с этим фирменным... Это что за хрень? С этим ружьем фирменным одним. Так, у меня пока все нормально, в общем-то. Хотя вес нормальный, но вот костюм, конечно, не очень для ведения боевых действий пригодный. Так, один живой, но он раненый, наверное, точно. Так, а что еще есть? Тайников здесь не знаю, конечно. Так, то у меня тайники пока не помечены здесь. Артефактов я не вижу точно. Так, один, по-моему, раненый. Это точно. Так, а вот здесь у нас что-то должно быть или нет, я не знаю. Или все уже. А, тут раненый. А, вот здесь там аномалия. Ну, тут артефакт, конечно, есть. Шестерку. Да нет, кажется. Так, пусто. И здесь тоже пусто. Радиация, конечно, да, здесь много. Внизу аномалии находится опасный. Ну что ж, артефакт один нашли. Отлично. Ага, конечно, аптечку мы дадим, да. Блин, надо быть внимательным, сейчас они там могут быть. Так, помните, должен быть костюм, как я помню, наемника. Уже клинит. Черная пора будет менять оружие. Готов. По-моему, где-то не тайник, наверное, все-таки это будет. Так что... Костюм пока я, наверное, не найду. Готов. Но у них, конечно, оружие более мощное. Вот это они, кажется. Где-то есть. Два тайника точно здесь есть. Как я вижу. Ну так где-то что, аномалия, что ли? Артеаться так вот. Что-то у нас гейер. Чуть-чуть гейеры. А, наверное, с той стороны. Так, ну не знаю, поставить ли можно все это на это, не него. Так. Опробуем-ка поставим. Нет, видимо, нельзя. Так, а если... Потому что оружие уже неплохое, конечно. А это будет получше. Так, пробуем-ка разрядить и пока выбросить. Да, нельзя. Не пойдет. Все-таки. Все-таки пока придется им пользоваться. Потом найдем, думаю. Так, а патроны-то у меня все нормально с ними? А этим-то... А, вообще патронов нету. Так, ладно, наверх подняться надо, что ли? К этому патронов, конечно, бы найти. Во! Так, погоди, посмотрим, что за состояние. Так, у этого не очень... Вот, получше будет, конечно. Найти его еще, конечно. Более хороший автомат. Может, это пойдет сейчас? Ты живой, что ли? Ну, они у нас враги, так что мы их должны убивать. Что там у вас происходит? Что за стрельба? Меня слышно? Никто тебя не слышит. Что у вас происходит? А вот тайник, кажется. А, костюм, точнее, вот, нашел наконец-то нормальный. Во, хорошее состояние, так что мы пока сменим на него, думаю. Хоть и модифицирован, он же плохой.
Так, это нас не очень. Прицел снять не будем. Это тоже не очень. Это получше будет. Так, оценить прицел. А почему? О. О, нормально теперь. Так, и прицел выкидываем, он нам не нужен. Так, это уже оружие не нужно. Хотя патроны, может быть, к нему найду. Надо бы оставить, конечно. К нему какие патроны-то? Блин, я что-то не так. А, вот. К нему какие-нибудь патроны подойдут. Те, которые к этому. Да нет, другие, так что думаю, сойдет. Надо будет оставить. Так, бьем, конечно, комбинезон. Сейчас мы пока его наденем, он получше будет все-таки. Там более готов к такой бронежилет, конечно. Представляет собой, да и комбинезон, да. В общем-то, лучше, чем этот костюм. Зря, конечно, его надел. Так, зато вес, конечно, да, у нас моя. Побольше вес, ладно, стал, пусть так останется пока что. Ну и все. Вот здесь костюм можно найти. Зря, конечно, что-то взял просто. Мне так кажется. Здесь вообще ничего нету. Где-то еще тайник, наверное, образовался, мне так кажется. Сохранимся на всякий случай. Наемников здесь очень много будет. К вам близко какой-то сталкер. Он, похоже, перестрелял наших снайперов. Будьте внимательны, идет отпара. О, нифига себе. Волкодав, я не понял. Да. Он что, один перестрелял наших снайперов? Ха-ха. Да. Отправь пару ребят закрыть ваши задницы. Понял, понял. Сейчас отправляю. Что, Волкодав, ты допоился? Сюда летит военный вертолет. Сейчас они как щенку. Ой, артефакты очень полезные будут. Более такие редкие, чем... Вертолета какой-то полетел. А то ученый, по-моему, вертолет-то. Хорошо, как. О! Кажется, вертолета их крышка пришла. А вот этого, кажется, мы так хорошо скинули, что он полетел прямо вниз головой. Смешно. Так, есть артефакты. Ой, блин, собачки что ли спят, или они мертвые? Здесь артефакты при этом очень полезны, так что мы пропускать их не будем. Потом можем продать. Да, мертвые собаки. Гордятся, конечно, снимало. Заметно уже, что мной гордятся. Ух ты! Блин, я попался, так лоханулся. Извините, конечно. Да, здесь аномалий, конечно, полно. Зря. Конечно, так вот. Ну, артефакты видите, конечно. А, по-моему, тоник еще один есть. За ним пришел, ёпрст. А, он здесь никогда нет. Там еще немножко тупит. Во, прошли, слава богу. Так, вот еще один артефакт. Берем. Там с кем война идет, интересно. А, эти наемники с этими учеными, по-моему. Так, сюда не артефакт берем. Артефактов здесь уйма, конечно. Как и в других территориях тоже было. Там, по-моему, ее снайперка, наверное, есть. Так, она... О, к посновали. Так, а здесь еще артефакт есть. Надеюсь, возьму спокойно. Так, что-то они там, конечно, сохранился, блин. Хотя артефакт это все взял. Да. Ну, тупанул, конечно. Да, немножко тупанул. Ладно. Так, ладно. Сейчас мы все сделаем, думаю, нормально. Так, здесь, по-моему,
Надо что-то кое-что взять. Этих сталкеров. У него аптечка точно должна быть. Лишние еды. По-моему. Так, вот раз-то что-то ничего не указалось полезно у него. Зато это. Блин, радиация. Так, все, взял у всех трех сталкеров мертвых. Сейчас быстренько. Снимем радиацию. Вот так будет лучше. Так, это патронов нет, видимо. Так, а тут... Ну, здесь патронов не очень много. Так, я артефакт там взял. Да, взял, наверное. Морик, еще артефакт. Так, ладно, патроны 10, конечно, не знаю, посмотрим. Хватит, может, патронов 10 этих штук. Хотя вон еще есть. Так, а у того, что у нас там, который мы скинули? Нет, не то оружие. Ну, патроны возьмем. Оружие это не то. Так, погоди, что там может полезно быть? Когда залезть надо. Там что-то должно быть, я помню. Да, что-то здесь не то. Нет ничего. А залезть наверх-то как? Что-то я не вижу. Ну да, залезть наверх с маслом. Как туда залез, вообще не понимаю. Не представляю. Упал, конечно, вот. Как залез. Да. Так, ладно, бежим на помощь. Молодец, настоящий ученый. Профессор, ты же умный человек. Отдай информацию, иди на все четыре стороны. А то вы, конечно... Если вы не хотите